В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте. И гость нашей студии сегодня Мария Александровна Горбунова, директор клиники «Красота и здоровье». Мария Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мария Александровна Горбунова, директор и главный врач клиники «Красота и здоровье». По образованию врач-онколог. 6 лет проработала в государственной больнице, потом ушла в косметологию. Получила сертификат врача-косметолога и открыла собственную клинику. Как врач-косметолог, консультирует по процедурам, уходу, подбирает косметику, занимается лечением акне и розация, в том числе у подростков. Проводит все инъекционные процедуры в косметологии, нитевой лифтинг, чистку лица, а также удаление образований на коже методом электрокоагуляции. Благодаря медицинскому образованию и опыту работы Мария Александровна Горбунова подбирает оптимальные процедуры и уход для каждого клиента, исходя из его потребностей, состояния здоровья и кожи. А март, мне кажется, самый женский праздник. И не только потому, что это 8 марта, а потому что просыпается природа, и женщины, они тоже уже готовы обновляться к лету, и все начинают вспоминать о своей красоте, о том, что мы скоро снимем шубы, скоро снимем шапки, предстанем перед людьми во всей своей естественной красоте. Поэтому я пригласила вас, чтобы поговорить сегодня о женской красоте и женском здоровье. И самый первый вопрос, который хочу с вами обсудить, с какого возраста есть смысл обращаться к косметологу? Потому что в медицине есть такое понятие, как превентивная медицина, когда мы не лечим заболевания, а работаем на опережение. Может быть, такое понятие есть в косметологии, чтобы уже не заливать филлерами морщины, а максимально отложить, допустим, их появление. Здесь можно обратиться к физиологии. Если обратиться к физиологии, мы знаем, что процесс старения нашей кожи, он начинается уже примерно с 25 лет, когда уменьшается деятельность фибробластов, это клетки кожи, которые производят коллаген и эластин. И, соответственно, уменьшается количество коллагена и эластина. Как правило, отправной точкой для каких-то косметических процедур антивозрастных служит как раз возраст 25-30 лет. Здесь нужно понимать, что, конечно, есть индивидуальные особенности. То есть у кого-то в 20 лет уже есть выраженные морщины, у кого-то в 40 лет морщин нет. И, естественно, вопрос всегда решается индивидуально. Но вот, как правило, в среднем это 25-27-30 лет. А, допустим, правильно подобрать домашний уход, варианты увлажнения кожи, которые, я думаю, что и молодым девочкам, да, будут важны. Да, вот да. Здесь есть ли смысл обращаться к косметологу или домашний уход? Пришел в магазин, купил увлажняющий кремчик для всего в 14 лет и мажешься. Здесь, опять же, нюансы два. Во-первых, есть люди, у которых кожа, она не требует какого-то специального ухода, у нее хороший баланс влаги, жира, она не сохнет, она не шелушится, она не слишком жирная, у нее нет расширенных пор. Соответственно, у человека нет никаких проблем, он реально может пойти в любой магазин, купить любой крем, либо вообще не пойти в магазин, не покупать крем и быть довольным. Такое бывает в природе? Да. Ничего себе. Бывает, и у меня есть такие примеры, когда на меня смотрят, говорят, какой крем? Да у меня и так все хорошо. Но не всем так повезло. Мой совет такой, что если вас устраивает состояние вашей кожи, вот без разницы сколько лет, 18, 20, 40, 50 лет, вам не нужно специально ничего подбирать. Вот смотрите на состояние. Если у вас есть какие-то проблемы, если вас что-то не устраивает, лучше обратиться к специалисту. Просто потому что иной раз человек даже сам не знает свой тип кожи, он не знает, какие средства ему подходят, какие не подходят, какие активные компоненты ему нужны, какие не нужны. Поэтому если есть какие-то проблемы, лучше конкретно с этими проблемами прийти к специалисту. Специалист посмотрит, определит тип кожи, подберет уход, и в дальнейшем корректировать уход в зависимости, опять же, от потребностей. То есть если состояние кожи изменится, допустим, либо может время года изменится, можно чуть-чуть подкорректировать уход. Вот, кстати, как меняется уход в зависимости от времени года? Потому что у нас разные водные данные. Летом это солнце, которое сушит, зимой это батареи, которые высушивают кожу до состояния просто пергамента. А весна – это начало активного солнца. Вот, нужен ли разный уход, разные крема? По-разному. Как правило, летом это какие-то более легкие текстуры типа крем-гели. Летом не очень хорошо кожей, причем любого типа, переносятся такие жирные, плотные кремы. Летом обязательно и весной, и летом добавляется защита от солнца, использование кремов с SPF.
Зимой это, как правило, более плотные текстуры, это такие уже насыщенные, жирные кремы, это может добавление в уход каких-то там питательных масок, но, естественно, опять же, все смотрится индивидуально. Угу. Если мы говорим уже о работе косметолога, о работе специалиста, здесь есть какие-то нюансы по уходу, потому что ну, не каждую процедуру можно делать летом, да, и весной, когда начинается активное солнце? Общее правило, что весенний-летний период не делаются очень агрессивные процедуры. Это использование кислот в больших концентрациях, то есть какие-то активные пилинги, это лазерные шлифовки, с осторожностью делают фотоомоложение, и что касается ухода, не используют большие концентрации ретиноидов, потому что все эти компоненты, они повышают фоточувствительность, соответственно, возрастает риск пигментации, возрастает риск ожогов, поэтому вот эти процедуры проводятся, как правило, в период, когда солнце наименее активно, это поздняя осень, зима. А весна, это вообще не открою сейчас Америку, ни для кого не секрет, это время, когда организм максимально истощен после зимы, это и уже нехватка витаминов идет, это нехватка солнца, витамина D идет, и это максимально, мне кажется, обезвоженная кожа, потому что мы находимся в квартирах с центральным отоплением, которое высушивает. Вот какие вы можете посоветовать салонные процедуры, чтобы привести состояние кожи в оптимальный, да, какой-то норму, максимально напитать влагой, максимально напитать витаминами? Здесь нужно, во-первых, все-таки сначала подобрать правильный домашний уход, потому что на самом деле домашний уход – это ну, половина, наверное, успеха всех, в том числе и салонных процедур. Если брать косметические процедуры, это уходовые процедуры с использованием различных увлажняющих кремов, сывороток, масок, гелей. Это аппаратные процедуры, которые, как правило, используются по специальным таким токопроводящим гелям, которые в том числе могут содержать там гиалуроновую кислоту для увлажнения. И если мы берем инъекционные процедуры, это традиционно биоревитализация. То есть это процедура, когда маленькими такими инъекциями по всему лицу поверхностно вводится препарат на основе гиалуроновой кислоты, что как раз нам дает необходимое увлажнение кожи нашей дермы. Вот, кстати, про домашний уход. Он должен дополнять, да, какие-то манипуляции косметолога, домашний продолжать уход, его работу да, дома? Домашний уход всегда дополняет манипуляции косметолога, и от регулярности и качества домашнего ухода, естественно, зависит результат всех косметических процедур, да. Угу. Насколько он вообще сложный, этот домашний уход? Нужно ли в него что-то вот включать дополнительное, или это вот очищение, питание, увлажнение, этого достаточно будет? Как правило, да. Как правило, этого достаточно. Самое необходимое, то, что нужно всем всегда, вне зависимости от типа кожи, от времени года, от состояния кожи, это мягкое очищение, это летом и весной использование солнцезащитных кремов, и это по потребности увлажнение кожи, то есть использование разных там кремов, гелей, что больше по консистенции приятно. А все остальное, это уже определяется дополнительно по потребностям кожи. То есть самое необходимое – это вот мягкое очищение, увлажнение, защита от солнца. Давайте небольшую такую консультацию зрительницам дадим. Вот эти основные шаги домашнего вечернего, скажем, ухода, потому что мы приходим с макияжем, там, наверное, включен демакияж. Вот что демакияж, там может быть тоник, крем, сыворотка. В каком порядке, как это все сделать? Если нанесен макияж, то есть сначала смывается макияж специальным средством, предназначенным именно для снятия макияжа. Здесь уже какой формат средства выбирает сам человек, какой ему больше нравится. После демакияжа идет использование мягкого средства для умывания. Как правило, это пенящийся либо гель, либо пенка, либо крем-гель, опять же, что больше нравится. Тоник по желанию можно добавлять, но тоник, в принципе, не является обязательным в уходе. Далее идет сыворотка. Возможно, если хочется дополнительно решить какие-то задачи, сыворотка идет конкретно по проблемам, она решает эти задачи. И после сыворотки, где-то через там, 5-10 минут, когда она впитывается, наносится крем на лицо, включая область шеи и область декольте обязательно, потому что и за областью шеи, и за областью декольте нужно ухаживать так же, как за лицом. И идет отдельный крем для кожи вокруг глаз. Угу. То
То есть это общий крем, он не может быть? Дело в том, что для кожи вокруг глаз она чуть-чуть отличается от кожи на лице, потому что здесь на веках у нас нет подкожной жировой клетчатки, кожа очень тонкая, даже если у человека жирная кожа лица, то у него тонкая сухая кожа вокруг глаз, как правило. И на коже вокруг глаз гораздо раньше начинают проявляться возрастные изменения. Это мимические морщинки, это морщинки, обусловленные сухостью кожи. Поэтому для именно этой зоны лучше использовать отдельный крем, предназначенный именно для кожи вокруг глаз. Также утром отдельно для лица, отдельно для крем для кожи вокруг глаз. Да, и крем утром добавляется использование крема с SPF. Но, как правило, сейчас все современные солнцезащитные кремы, они обладают в том числе ухаживающими свойствами, увлажняющими свойствами. То есть умылись, протерли лицо тоником, нанесли крем с SPF. Угу. Весна – это еще и время подготовки к лету. Вот тут на какие процедуры салонные стоит обратить внимание девушкам, чтобы пляжный сезон встретить во всеоружии? Здесь что из косметических процедур? Можно пройти курс биоревитализации, потому что биоревитализация – это та процедура, которая увлажнит кожу, напитает кожу и которая даст коже возможность лучше пережить вот период активного солнца. Угу. Это также может быть ботулотоксин, ну, или ботокс, наиболее известно, который расслабит мимические морщинки и который позволит не так сильно образовываться мимическим морщинкам, опять же, под влиянием солнца. И это все уходовые процедуры, направленные на увлажнение кожи. Угу. Ботокс, много очень разговоров, слухов опять вокруг этого препарата, и вы тут его как профилактику против морщин обозначаете. С какого возраста, действительно ли это профилактическая какая-то процедура, уколы ботокса? Если брать наше законодательство, то ботокс для коррекции морщин разрешен к применению с 18 лет. То есть, вот начиная с 18 лет, его можно применять для коррекции мимических морщин. Нужно ли применять с 18 лет? Не всем. Есть люди, у которых очень активная мимика, просто гипермимичные люди, и мы их видим, и реально вот у человека может 18 лет уже глубокие межбровные морщинки проявиться. Вот в таком случае, да, имеет смысл сделать инъекции ботулотоксина для того, чтобы расслабить мимику. Но также мы видим, что есть люди, у которых и в 30, и в 40, и в 45 лет, вот, ну, нет мимических морщин, просто потому что их мимика неактивна. Вот так вот, вот такими они уродились. Угу. И тогда, соответственно, если нет мимических морщин, то смысла вводить ботокс нет. Угу. Но вообще, если... Я очень большой защитник ботокса и ботулотоксина. И когда мне начинают говорить, вот, мне, наверное, еще рано ввести ботокс, вот, наверное, вот еще надо подождать, я говорю, знаете, ботокс лучше всего работает на молодых людях. После 50 лет он показывает результаты гораздо хуже и дает больше осложнений. Поэтому часто, когда ко мне приходят и говорят, а мне еще не рано колоть ботокс, я говорю, знаете, наверное, вам уже поздно. Уже филлеры нужно заканчивать. Да. Ботокс именно лучше работает на молодых. Да. И вот, кстати, еще один, наверное, миф, который касается ботокса, что становится неестественная мимика, лицо как маска, так ли это? Раньше использовались более высокие дозы ботулотоксина, и тогда действительно лицо становилось таким малоподвижным, похожим на такое кукольное лицо без мимики. К счастью, сейчас подходы вообще абсолютно изменились. Сейчас используются такие количества ботулотоксина, которые никак не приводят ни к какому маскообразному лицу. То есть мимика остается, человек может совершенно спокойно выражать эмоции, просто она становится менее активной, и, соответственно, мимические морщинки разглаживаются. Угу. Расскажите, пожалуйста, о самых популярных методиках и аппаратах, которые в вашей клинике «Красота и здоровье» есть, которые пользуются спросом у саровчана. Если брать инъекционные процедуры, это лидеры, они, в принципе, не только у меня в клинике, это по всему миру лидеры, это как раз ботулотоксин. Почему ботулотоксин? Потому что он дает выраженный эффект, быстрый эффект. Это процедура, которая вообще не требует никакой реабилитации. Это, как говорят, процедура обеденного перерыва. Пришли, укололись, пошли дальше работать. Следов нет, отеков нет, синяков нет, вообще ничего нет. Через две недели у вас
все хорошо, все гладко. Это использование препаратов на основе гиалуроновой кислоты, как в виде филлеров для заполнения каких-то определенных морщин, заломов, так и в виде биоревитализации для повышения упругости и эластичности кожи. Также популярны аппаратные методики, это РФ-лифтинг, это микротоковая терапия. Не теряет своей популярности все виды массажа, потому что далеко не все хотят что-то себе в лицо колоть. Mm-hmm. Иногда просто это страх, иногда это какая-то принципиальная позиция, что вот я хочу стареть естественно, пожалуйста, мне колоть ничего не надо. Вот, соответственно, для таких людей, пожалуйста, хороший выбор – это курс массажа, очень хорошая процедура. И также это... Аппаратные методики, я уже сказала, да. И все уходовые процедуры, пилинги в осенне-зимний период нисколько не теряют своей актуальности, но, к сожалению, скоро сезон пилингов уже заканчивается. Ну, уже солнца пока его нет, но даже если минус, оно такое уже активное весеннее. Поэтому какие-то активные, серьезные пилинги мы уже сейчас не делаем. Мы переходим на легкие пилинги, которые проходят без шелушения, без раздражения кожи. Инвазивная косметология – это процедура, которая работает уже на более глубоких слоях. А вот здесь с какого возраста стоит обращаться именно к этим методикам? Лучше смотреть не по возрасту, лучше смотреть по состоянию кожи и по тому, есть ли жалобы. Угу. Опять же, правило, вот что с 25 лет примерно начинается старение кожи, оно работает здесь, поэтому где-то в возрасте с 25 до 30 лет лучше посетить врача-косметолога, чтобы он посмотрел состояние кожи и чтобы он определил, нужны ли вам инвазивные какие-то процедуры или не нужны, делать их или не делать. Угу. А врач-косметолог, вот это вот сочетание двух слов, важно, чтобы косметолог был врачом, был с медицинским образованием? Для инъекционных процедур это обязательно. То есть любая инъекционная процедура в косметологии выполняется только врачом-косметологом, потому что только врач-косметолог имеет базовое обучение в медицинском институте, только он знает все особенности анатомии, физиологии, и только он может предсказать, как подействует данный препарат на данного человека, введенный в именно конкретную данную зону. Человек без медицинского образования, к сожалению, он не обладает этими знаниями, и он не гарантирует вам никакой эффект, и неизвестно, что с вами будет после того, как с вашим лицом поработает специалист, не владеющий знаниями анатомии и физиологии. Угу. Скажите, вообще опираясь на что нужно выбирать косметолога? Смотреть на образование, на какие-то лицензии, лицензии клиники, лицензии, сертификаты на аппараты, на что смотреть? Как правило, если вы обращаетесь в клинику, именно в клинику, то при выдаче лицензии на именно на деятельность врачебную косметологию в клинике проверяются все документы об образовании специалистов. Поэтому, как правило, за вот это можно быть спокойным, если вы обращаетесь в клинику. Препараты, которые используются в клинике, врачом-косметологом, они обязательно должны иметь, если это инъекционные препараты, они должны иметь регистрационное удостоверение. В принципе, не будет лишним, конечно, любому человеку, который собирается идти к врачу, узнать, а есть ли на конкретно вот этот препарат регистрационное удостоверение, чтобы знать, что вообще вам, так скажем, вводят в лицо. Если это не клиника, если это какой-то салон, то тут уже, к сожалению, может быть все что угодно. То есть вы можете попасть на человека даже без, не только высшего, а даже без среднего медицинского образования, который будет вам в том числе делать инъекции в непонятно каких условиях, непонятно какими препаратами. Поэтому это, конечно, ну, да, головная боль. Чем грозит вот обращение к таким специалистам, не имеющим достаточного образования для проведения процедур? Чем грозит это пациентам, кроме потраченных денег впустую? Ну, возможно, и потраченным здоровьем, к сожалению, потому что человек без медицинского образования не знает анатомии и физиологии, он не знает, в какие слои он вводит и какой препарат, и какие последствия могут быть. Опять же, он вряд ли вас будет спрашивать о каких-то ваших сопутствующих заболеваниях. А вдруг у вас есть состояние, которое вообще является противопоказаниями к инъекционным методикам, потому что, естественно, у любых методик есть противопоказания.
И непонятно, какими препаратами работает специалист, потому что все инъекционные препараты, они продаются через фирмы-представители, и вот для того, чтобы фирма-представитель продала препарат, обязательно нужно предъявлять диплом о медицинском образовании. То есть без предъявления этого диплома препарат, который зарегистрирован, купить невозможно. То есть непонятно, что колют люди без образования. Какие препараты покупают люди без медицинского образования? Ну, извините, сейчас вот можно на Вайлдберрисе можно купить филлер за 1000 рублей, пожалуйста. Вот, да, это еще один момент и нюанс. А если вдруг с вами что-то произойдет? Ну, банально, анафилактический шок на прием. Вот как вы будете знать, вот что будет человек делать без медицинского образования? Неизвестно. Угу. И последствия, соответственно, потом могут быть вообще абсолютно любые. Вот вы сказали про то, что нужно понимать состояние человека, состояние его здоровья, состояние его кожи. Это значит, что знакомство с профессионалом, врачом-косметологом начинается с консультации. Я не сразу пришла, и меня обкалывают. Обязательно, обязательно. И более того, ко мне, когда записываются на какую-то определенную процедуру инъекционную, причем человек у меня не был ни разу, я никогда не записываю сразу на процедуру, я записываю сначала на консультацию. На консультацию мы выясняем, какой у человека, какие у человека запросы, мы выясняем, что нужно ему, что не нужно ему, мы обязательно выясняем его предыдущий опыт, что он пробовал делать, и обязательно его состояние здоровья, наличие сопутствующих заболеваний, потому что, конечно, возможно, не все процедуры ему можно делать. То есть тут нужна прям настоящая медицинская карточка, вы заводите? Да, да, обязательно медицинская карточка, где все это прописано, обязательно заводится, и обязательно первичная консультация. То есть без нее серьезные манипуляции. Кстати, сюда не входят не только инъекционные процедуры, сюда входят и аппаратные процедуры, и какие-то серьезные пилинги. Никакие из этих процедур не выполняются без предварительной консультации именно врача-косметолога. Дорогие телезрители, вот, пожалуйста, возьмите себе это на заметку. Если врач-косметолог принимает вас сразу на какие-то серьезные процедуры, задумайтесь, стоит ли ему доверять, потому что настоящие специалисты начинают с консультации, как мы уже проговорили. Мария Александровна, а существует ли какой-то секрет женской красоты, на ваш взгляд? И если он есть, раскройте его, пожалуйста, мне и нашим телезрительницам. Здесь я, наверное, Америку не открою, что секрет женской красоты в первую очередь кроется в позитивном настрое, в любви к себе, в любом своем состоянии обязательно. И я всем всегда говорю, что на состояние вашего здоровья, на состояние вашей кожи гораздо больше, чем любые косметические процедуры, влияет ваш образ жизни. Сбалансированное питание, достаточный сон, соблюдение режима работы и отдыха, наблюдение за какими-то своими фоновыми заболеваниями, обращение к специалистам, отказ обязательных от вредных привычек, регулярная физическая активность. На самом деле это все гораздо важнее, чем любые косметические процедуры. Ну и мне кажется, что о любви к себе говорит умение оказывать себе внимание. Визит в клинику, красота и здоровье, забота о своей красоте, забота о своем здоровье – это все про любовь к себе, потому что если ты себя любишь, то ты о себе заботишься. Да, да, мы всех ждем в свою клинику, да, конечно. Поэтому, дорогие дамы и мужчины тоже, потому что мужчинам тоже важно посещать косметолога и тоже быть красивыми и ухоженными. Контакты клиники «Красота и здоровье» вы видите на экране. Звоните, записывайтесь, следите за своей красотой. Ну и будьте здоровы! Увидимся на канале 16. С нами была Мария Александровна Горбунова, директор клиники «Красота и здоровье». До встречи! Клиника «Красота и здоровье» оказывает огромный спектр медицинских и косметологических услуг. Здесь можно получить консультации хирурга, диетолога, уролога, онколога и психолога. Доктора осуществляют весь спектр амбулаторных услуг – консультации, хирургические манипуляции, наблюдение после оперативных вмешательств, ведение пациентов с профильными заболеваниями. Врачи работают по принципу доказательной медицины, а значит, их пациентам не придется тратить время и деньги –
на лишнее назначение и обследование. В клинике принимает врач-косметолог, проводит процедуры инъекционной косметологии, консультации по уходу за лицом, а также лечение акне и розация, в том числе у подростков. Косметолог-эстетист проводит уходовые процедуры для лица по типу кожи, делает пилинг, пирсинг, в том числе детский прокол мочек уха, а также депиляцию и аппаратные процедуры, РФ-лифтинг, микротоковую терапию. Все используемые в работе препараты имеют регистрационное удостоверение, то есть разрешены к введению в ткани человека. Также в клинике работает массажист, который владеет всеми видами медицинского массажа, и психолог, к которой можно обратиться в любой сложной жизненной ситуации.